сокращая введение, перейдем к традициям ирландских бардов, которые меньше говорят, в отличие от наших, и больше играют. Тут прозвучало название песни «Причина грусти». От меня уже вопрос идет, и я знаю, что песни сочиняются в основном на стихи Александра, но он берет иногда авторов интересных достаточно, и вот «Причина грусти» как раз стала тому свидетелем. Да, кстати, и в зале присутствует поэт. Поэт Москвовский. Значит, плачет песни. Нет, есть еще песни у других людей на стихи Сергея Геворкяна. Вот он сидит в зале. Это одно из древних его... Саркис Калянович Геворкян. Стихотворение. Вот, которое превратилось в такой шум. Но давно уже, но нам до сих пор нравится. Что же, привет.